Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы отметила и Ижевская епархия. Митрополит Ижевский и Удмуртский Николай возглавил божественную литургию в соборе Архангела Михаила. Михайловский собор Ижевска был построен перед самой революцией, в годы безбожия был разрушен. Реконструкция его завершилась несколько лет назад. Сегодня это величественное, красивейшее строение, в котором можно забыть обо всем земном. В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы здесь было многолюдно, как всегда на 20-е праздники. Богослужение совершал митрополит Ижевский и Удмуртский Николай. Вас и всех православных христиан да поменет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно и во веки веков. Сегодня среди людей, которые только начинают свой путь в церковь, нередко можно встретить тех, кому в силу материалистического воспитания особенно сложно поверить в существование духовного мира, ангелов и бесов. Между тем, это не некая абстракция, но конкретные реальные существа, которые принимают активное участие в нашей жизни. В Священном Писании и Предании мы находим немало событий, участниками которых были бесы или ангелы. В видении их сподобляются люди глубокой духовной жизни. Так, например, Дева Мария, которая росла при храме, нередко беседовала с ангелами. Они наставляли ее в вере и благочестии. Поэтому она не очень удивилась, когда ей явился архангел Гавриил. Но что ее поразило, так это его слова о зачатии ею Спасителя. «Как это будет, когда я мужа не знаю?» – спросила она архангела Гавриила. И он ответил: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя. Все раба Господня да будет мне по слову твоему», – ответила Пречистая Дева. И с этого соединения человеческой воли и воли Божией началось спасение рода человеческого. А в память о том чудесном извещении Богородицы мы и празднуем Благовещение – благую весть о спасении от вечной смерти.